Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить игру Saints Row. И сейчас мы отправимся с вами в трущобы. God, this feels good. О, да. Супер. Так. Вот опять, смотрите, ракета по нам. Что это? Да что за... Что это такое? Так. Мужики. Ты что, еще живой? Вот так бы сразу. Ага, понятно. Шпиль, блин, какой-то ракетный. Так, кто-то там приехал, мне кажется. Я не понял, здесь что, теперь оружие можно купить? Что, взрывается опять все? О, алтарь! Ох, как же я их люблю. Да, как понятно как. Аурой. This arcane power drives your enemies to their knees where they belong. After that, it's just a matter of executing them in an inspired fashion. Ага. О да, слушайте. Ну же, давай. Эй, куда поехал? Да куда вы поехали? Взрывайтесь тут. Ага. О, да. Ха-ха-ха. Ух ты. Так, вот эти парни. Ух ты, ё-моё. Вы не охренели? А, товарищи. Так, на живым счетом повеселее хоть как-то. А ты кто такой вообще? Модный, что ли? Так, меня вот эти вот крендели достали. Да. Давай, бери его! Какого черта ты его... О, боже. Боже мой, возьми ж ты его. Да. Ну, тоже неплохо, да? Так. Да, ты мне пригодишься, дружок. Так, где этот крендель наверху? О боже. Так, сколько у вас еще? Все! Нет, не все. Ох ты! Да!
Да какого черта? О, да. Вот это серьезно, я вам скажу. Это похлеще первого задания. Да сдохнешь ты или нет? О! Так, ну когда машины становятся уже попроще. Как-то. О, да. Эй, тёлочка. Ага. Хрен пробьёшь, называется. Ну что, один остался. Кто из вас будет последним? Блин, как меня этот БТР достал? Кто бы знал. Ну? Кто-нибудь идет? Да. О-е! Ох, сейчас тут будет. Так, на БТР. Куда поехал? Хе-хе. Ладно. Нам бы подсобрать здесь все, что есть ценного. И бежим дальше. Мы наконец-таки доберемся с вами до трущоб, я надеюсь. Фу. Как-то прям спокойнее стало, что ли. Вы знаете, на мой взгляд, растаптывание самая классная, пока что самая классная способность. Давай, давай, бери, бери, бери. О да, тут что-то еще есть. А, вот это место. Так. Здесь что ли? Место для релаксации. Или ниже. Хм. Так. Давайте выше, что ли, поднимемся. Угу. Поднялся. А-а-а, ё-моё. Как же я сразу не обратил внимания. Вот здесь, что ли? Ну, вон, ребята, релаксируются. Что здесь, присесть надо или что? Ёлки-палки. Ну, явно не наверху там, да? Хм. Очень странное задание, так. Нет, ну, может, надо в округе побегать? И место сам... Вот место, да? Возле телека. Вот же оно. Да. Life is good. Should've run. Класс. Чё, и всё? Dane can't be the only person with an angle down here in hell. Ну да. Неплохое местечко.
Ой, даже можно ездить. Да это же супер. С крыши можно? Можно? Какое чудесное кресло. На-на-на, да. А ну-ка жахни. О, да. Так, а где там бронированный транспорт был? Keep it coming. Какое странное задание. Главное, нам не сказали, что сделать дальше. Присесть с тобой присели. Мочить всех начали тут налево и направо. О, идет беспилотный аппарат. Эй. Ух ты, ё. Это же... Это танк. Боже, что произошло? Ой. А ты кто такой? Ты вообще кто такой? Я тут расслабляюсь, понимаешь ли? Ах ты. Ты посмел меня снять с кресла? Да ёшкин кот. I gotta find that. А ну-ка. Как тебе такое? Самое обидное, вы знаете, я ж прыгать не могу. Только вот так. Не так, конечно. Блин. Так. А нет, могу прыгать. Хм. Так. Хорошо. Где этот крендель? И у нас есть еще и все наши плюшки. Кроме, пожалуй, ускорения. Ох ты, гад! One day I'm gonna catch that fucking ghost bus. Хрен моржовый. Нет, вы посмотрите на него. Is that the best hell's got? Супер кресло. Так. Хорошо. Мы завалили какого-то мужичину. И самое время нам отправляться на следующее задание. Поехали. Поехали к черной бороде. Так, а встать-то можешь с кресла? Вот сейчас вообще творятся какие-то странные вещи. Так, смотрите. Смотрите, сколько здесь... Да, вот этих блоков. И я думаю, что их абсолютно точно стоит взять. One more. Да. Чтоб вас разорвало. Oh,
ты. Горите. Горите в аду. О да. Ух ты. Ха. Да это ракетомет. О, у нас... Ха, прикольно. Оно в оружие добавилось. Ну чё, неплохо. Правда, мы несколько ограничены будем в передвижениях. Но, тем не менее... Вы знаете, очень убойное креслишко. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 22. The Spires. Our aerial defenses are a precious commodity and are only to be deployed upon angelic threat. Count on these things. Так, давайте-ка отправимся на ту сторону. Нам очень надо. Давай, разгоняйся. Чё, опять ракета? Да. Слушайте, сколько их здесь? Но это не дело, граждане. Ох. Ещё и вдогонку. Ну всё. Вы меня достали. Да кто там такой? А, ты хрен моржовый, да? Не, ну не дают вообще. Да кто там так гасит? Ах ты! Так, все, достали. Нет, вы посмотрите, сколько их. Они меня честно достали. Ох, еще это полиция. Давай, 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 давай. О, да. Хорошо полетели, да? Черти. Так, ладно. Мы с вами все-таки должны каким-то образом добраться до нашего места назначения, где там бородач находится. Вообще, черт пойми что, слушайте. Что это за адское место? You think I'm scared of you? Хорошо, пошел. Yeah. Давай огонь. Ты... Скотина, как же ж тебе повезло. Так. А ну иди сюда. Давай, 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 вырывай. О, да.
Yeah. Ты еще жив? Нет, вы посмотрите на него. You gotta try harder than that, Satan. Раскидал. Ладно, не будем ввязываться с ними в бой. Нам это как бы и не нужно. Так, а вот и черная борода. Да? Эй, мужчина! The Barrens is the perfect staging grounds for all manner of operations against Satan. But first, we have to secure it.